Знает как. Окей, замечательно. Значит, мы сегодня начинаем наше очередное занятие. Это продвинутый иврит. Мы разбираем актуальное интервью, выступления, ну, естественно, на иврите. И как бы переводим их. Сегодня у нас нечто необычное. Я не уверен, что это 100% подходит нашим занятиям. Но давайте посмотрим, может быть, как бы нам это понравится, окей? Речь идет о выступлении, давайте я сейчас сделаю шер сразу, чтобы видели шер, да. Речь идет о выступлении Бениамина Натаньяу, который в народе называется Биби, так по-домашнему, в Конгрессе в Америке. Это было там сколько-то времени назад. Сколько у нас события молниеносно происходит, то мы уже как бы подзабываем то, что произошло неделю назад. Типа неделю 10 дней. Значит, при этом обратите внимание, что он говорит по-английски. Значит, он говорит по-английски, поэтому те из нас, кто или из вас, те, кто знает английский, вам это в помощь. Но есть субтитры, title, эти самые, ну, субтитры хорошо, subtitles, да, которые появляются внизу. И которые мы будем переводить. То есть в данном случае, в отличие от прошлого интервью Рава Шерки, те, кто ориентируется только на иврит, значит, ну, соответственно, не очень слушаетесь на то, что говорит Бениамин Натаньяху, а ориентируйтесь на текст. Окей, текст я потыкал, по-моему, он переведен вполне нормально. Я не знаю, автоматически это или нет, но вполне, причем по лексике он достаточно сильно отличается от того, что у нас был, например, в прошлый раз. Живые интервью, там как бы люди живо разговаривают, перебивают, не всегда как бы правильно строят фразы, обрывают их. Здесь, поскольку он читает написанное, то как бы фразы очень выверены и так дальше. Хорошо? Ань, мы начнем. Беседа? Да, Я вот только не знаю, вы скажите мне, надо ли сделать его голос потише, может быть? Он английский, чтобы... конечно, да, английский он сбивает с толку. Я попробовал Хорошо, послушать. вот у нас есть, по-моему, Шерманы с нами, для них английский, он как раз-таки, да, помогает, но я, во всяком случае, сделаю потише, хорошо? Давайте попробуем, если что-то не так, то, значит, будем исправлять. То есть, что происходит? Ничего, подожди. А почему у меня нет этих самых? А, нет, есть, это в начале просто их нет. Окей. Сейчас, да, слегка. Сейчас я сделаю себя погромче, тут совсем... И тогда, соответственно, беру. Сейчас, давай посмотрим, когда начнется. Сначала просто... Он сейчас перечисляет просто, ну, Не каких-то, к кому видимо, он обращается, да, кто там самых важных говорит, людей, но, даже как бы, да, вести он можешь там не может переводить, но, в никого. общем, это пока не сама речь. Вот это первый человек. Так, Ну, вот он мы не... человека, да, ну, в общем, нам это не очень важно, мы не очень знаем, кто они. Дальше может читать, правильно? Ты же видишь иврит. Да, вижу, Давай. да. Но. Манаим, так, Манъик. Манъик руководитель. Манъик. Сиют, это кто ж Тият. такой? Тият это фракция. А, вот так вот, фракция, это как, это руководители, глава партии, что-то типа того? Ну, руководитель фракции, я думаю, или глава фракции. Я не знаю, как это правильно по-русски перевести. Ну, типа Ну, глава пускай. фракции Миут. Что значит Миут меньшинства? Вот меньшинство, какие-то Да, меньшинства. потому что как бы сейчас у власти демократы. Я не знаю, если кто-то меня будет исправлять, то вас исправлять. Я говорю просто, что мне кажется логично, но, может быть, я ошибаюсь. Сиат Амиут, то есть, по-видимому, есть республиканцы и демократы. Потом сейчас говорят демократы, то, наверное, республиканцев он имеет в виду как бы главу фракции республиканцев, так мне кажется. Окей, дальше. Цакш. Дальше. А, да-да. Дальше. Так, Чак, его Сак? зовут Чак. Да. А, Чак. Чак, он Хайм, скорее всего, по жизни. Его зовут... А, Чак это какой-то Чак это товарищ. Хайм, я так понимаю. Чак Шумер. Чак Шумер, Манъик, 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 Манъик. Ют, Надо запомнить слово. Манъик. Ют. Не очень просто сказать русскоязычному Ют, человеку, но тем не менее. Манъик, Сиат, а? Ют. Орох. Аров. То есть он Глава известно, что он какой-то там демократ. То есть я не фракции. ошибался. Он Ну, как бы глава глава партии, скорее всего, глава фракции. Да. партии, Окей, идем наверное. дальше. Ну, понятно. Дальше. Ну, кого там перечисляется? Да, ну читай, хорошо. Сенаторим, сенаторим, Сенаторин, сенаторы, да. хаварей, бейт,
Так, что там написано? Нефхарим. Нефхарим. А Может это открыть, Нефхарим. можно открыть полностью, тогда она Избранные, будет. Нет, она как это сказать, Хаврей Бет Нефхарим это конгресс. члены Конгресса, да, Члены получается. конгресса, да. Дальше. Да. Так. Нехбодей, да, Нехбодей. Мехубадай, мои уважаемые. Нехбодей, то Мехубадай это мои все, мы уважаемые. все важны, мы уважаем. То есть Мехубадим Шили это Мехубадай. Мехубадай Кулан. Ну, как бы, уважаемые господа, что-то типа этого. Респект, Окей. респект гостям, как там Дальше. да, к сенатору, сенаторам. Так, у нас был Уже было, сейчас Кинтуихи, сменится. это было у Дальше. нас. Обращается кто-то у него за спиной. Что дальше? Квот. Да. А, двар, двар. А довер? Двар. Довер это спикер. Это уважаемый, От а, слова уважаемый ледабер, спикер. да? Да, уважаемый спикер. Да. Они роце, легодот, леха. Алеше ната ли. Да. Это кого-то Агадоль. Замечательно. Благодарю вас, что оказали. Я хочу поблагодарить вас, что вы оказали мне такую большую честь. Да. Да. Это, по-видимому, спикер, это тот, который, от которого зависело, будет он выступать в Конгрессе или нет, я думаю. Сейчас появится, что-то долго говорит. Ну, а где эти самые... Ну, да. Да, ну вот было Натата ли кавод, Гадоль, дальше вы Дабер, Битней. Так, не разберу, что там Вот. написано. А, подожди. Я, наверное, могу это самое, как обычно, палочкой идти. Сейчас, секундочку. Да, видно красное, да? Да. Амусата, демократия, Хашуф. Вот вот так. Это просто плохо что-то Ну, видно. тут так, да. Амусата, демократия, хашу, фазе, БПАМ, аравиит, бахаи. Так, Бахаяй, значит, что у бахаяй. меня есть, ну, значит, у меня есть честь выступать бипнейхи, ну, ты как бы Перед перед Мусат, не помню, что это Мусат такое, это организация, институт, можно сказать институт. какая-то демократическая структура, важная демократическая Нет, структура, самая это важная не демократическая, самая ну, демократическая организация, структура, организация институт я перевел. четвертый, получается, в четвертый раз в жизни, Четвертый получается. раз в моей жизни, да. Окей, Мою. идем, Ну хорошо, дойдем ну дальше. понятно, что в Ну своей да, жизни. хорошо. Так, ну Вот все сейчас все хлопают. хлопают, но без этого. Зрители аплодируют, аплодируют. Дальше Так. анахно. Анахну. На нац им, на нац им. Немца им Не, находимся. Немца им. им. Господи, говорю, все время что-то плохо. Текст как-то я плохо. Но они как-то такой фонд выбрали. Ну, неважно, я буду помогать. Немца Немца им. им. Айом. Да. А, Бепрашат Драхим. Правильно. Так, Айсторит. Да, не истерит, а Да, историт. Айсторит, история, 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 да. да. И, Мы да, перевод. находимся, мы сегодня находимся в какой-то такой главе истории. Нет, Парашат Рахим Следующий. это junction, это перекрестки. Мы находимся на А, вот так, на перекрестке историческом истории. перекрестке. Исторический перекрест. Да, Хорошо. дальше. Хорошо. Сейчас появится. Да, Аулам Шилану. Аулам Шилану. Так, это Р, а следующее это Вав, что ли? Бавава, Равей, Рави, Арувей, Аулам Шилану, Арувей. Рави, я думаю. Потому что это вы Рави. Рави, я думаю. Не Равио Бет. Равей. Ну, может быть, Равей. Но Равей это как бы множество, я думаю, Рави. Бесик Сухим. А, вот так вот. Да. Рави это наполнен, в смысле множественно. Есть такое выражение Шира Ширим Ган Раве. Ган Ну, Раве это это... как-то кого-то напоить, кого-то Да, но в данном случае не орошать, наполнен. орошать Да, но в что-то. данном случае не напоен, а в смысле, что он наполнен. Наполнен сиксухим это конфликтами. Конфликт, значит, а мир полон конфликтами. Да. Ага. Что-то не как-то... Ну, а где эти самые китовые? Это не Ну, в том. хорошо. А, Ну, вот. не важно. Нам важно, да. Ломи дубар. Ломедебар бит накшут. Да. А, шель цивилизациют Цивилизацию, да, цивилизационеле эле. бен а
Что, между чем там у него? Да? Барбариют, А, барбария, барбариют. варварство. А, между цивилизацией и варварством, Да, он получается. как бы Ну... отбивает и говорит, есть мнение такое, что мы живем в эпоху остатней цивилизации. То есть, грубо говоря, разнозначное. Опять, я сейчас не высказываю свою точку зрения, хотя она известна, да, а я как бы довожу до вас более ясно, о чем идет речь. Он как бы говорит, что противопоставляет свою точку Мы зрения. не говорим, а, так ломе дубар, мы, ну, как бы не говорится Да. или не разговариваем. А, накшут, это столкновение, Правильно, да. не говорим о столкновении цивилизации, от Да. цивилизации, но между, бейн барбариот, но между варварством и Варварством и цивилизацией. цивилизацией. Да? Он говорит, что неравнозначные вещи. Против нас стоит не другая цивилизация, а стоят варвары. Дальше. Народ хлопает. Конгрессмены, то бишь. Товарищи, значит, аплодируют, аплодируют. Так, ладно. Зейт накшут, бейн эле, шеме маалелим. Мегалелим, алель, есть такой Маалелим. алель, правильно? Маалелим. Мегалелим. Амуват. Это Муват. амавет, мавет, мавет. А, мавет. Ну да. Подожди. Ага, Дальше. хорошо. Мавет смерть, хорошо. Да. Это столкновение между Бен Элем, между этим Между Шемелим. этими кто? Между этими кто? Это кто? Что-то такое делает Которые со смертью. прославляют. Прославляют смерть, Правильно, получается. дальше. Прославляют смерть. Понятно. Да. В Эле. Эли Шемегдашим это Мигдашим. А, слегка, Мегдашим не, Магдишим, слегка, Магдишим. Магдишим это Хаим. И теми, Правильно. кто как бы, ну, ценит, получается, Ими, кто ценит освещает жизнь. Ну, жизнь, дословный да. перевод, да? Ценит Идем дальше. жизнь, имеется в виду, все-таки. Ну, не ценят все-таки. Ценят это Маарихим. Магдишим это... Имеется, ну, Магдишим этот, кто именно, как вот, кто хочет Хорошо, жить, я а не кто как против, но хочет, тот умирает. правильно держаться близко к этому, к переводу слов. Ну, неважно, идем дальше. Вот с тобой я потом английский текст послушаю. Так, так, это мы смотрели уже. Так, в Элише, Не, это Магдашим, все то же самое. Все то было. же самое. Вот дальше. Где еще? Кдыше, а кохот, а Да. цивилизация, Да. так, Игбару, Да. Игбару, Исраэль, в, так, Араф, это что такое? Так, это я не вижу, это слово. Арцот-Абрид. А, Арцотабрит, То есть Объединенные Объединенные Южные Государства. Соединенные Штаты, ну, Соединенные Штаты, да. Да, снился. Так. Хаявот, Леамут, так. Ламмот, просто ламмот. Ну, хорошо. Где еще кохот, чтобы Правильно. усилить, сила усилить. Нет, Кохот это победят, ну сила. или Чтобы, ну, победить. Хорошо, превозмогнут превозмочь. дословно. Хорошо. Цивилизация. Игбару, это у нас что Ну, такое? можно Габара. сказать, просто победят. На случай от слова гавар это превозмогут. Чтобы превозмочь. Хорошо, Да. чтобы, значит, Израиль. Так, чтобы Израиль мог что-то Нет, такое для там того, победить. чтобы это Или произошло, чтобы Израиль и Арцот-Абрид, Израиль и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты должны, как Хаявот, они обязаны. они обязаны противостать или встать. Нет, просто стоять. Ну хорошо, встать. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Лецат зе, на это Да. стать на этой Ламот зу, стороне. лецат зу. Стоять это на стороне, то есть стоять на одной стороне, дословно. Хорошо. Стоять друг с другом или стоять на одной стороне. Хорошо? Дальше. Да. Так, хорошо. Так, дей. Так, Не-не-не, это сейчас не я скажу, когда было. поменять. Хорошо. Это немножко, ну, не знаю. Я не хочу тыкать, потому что я промажу, если я начну передвигать видео. Мишум. Мышу. Ше. Так. Ше. Шекше, Ше. шекше. Анахну. Да. Амдим. Амдим яхот. Да. Мышеву. Мышеву. Мы от. Машу. Мышеву. Мы от. Пшут. Пшут. Да. Коре. Коре. Кора. Коре. Анахну. Уре, да. Нацахим. Вегем. Да. Новсидим. Да. Ну, Новсидим. я бы сказал Менацхим. Почему-то здесь Нацхим называется. По-моему, мем пропущено. Менацхим.
Скорее всего. Ну, хорошо. Так, Предположим, что есть ну мемы, значит, он чтобы, понятен. чтобы для того, что были, для того, Мишум чтобы. Шикшин, потому что когда она, да, когда мы. Поэтому, когда мы стоим вместе, Правильно. мышеу что-то, Машу. нечто большое, простое, простое, Что-то очень большое. простое происходит, он говорит. Ну, как бы с таким Кура юмором. случается, ну кура как случается или получается Да, что происходит. происходит что-то очень простое. Нахну, Конечно, за этим будет непростое. Что происходит? нацахим мы Мы побеждаем. нацхим. Тут мем пропущено 100%. Нацхим, да, мы нацхим, мы побеждаем. Мы побеждаем. А они наоборот А что-то они смысл. проигрывают. Но Они Мавсид это тот, наоборот кто проигрывает. мавсид. А, мы сидим. Проиграть по-русски это больше с игрой связано. Хотя на иврите ты про войны тоже так говорят. Наверное, это было бы мы побеждаем, а они как Ну, по-русски? терпит поражение. Терпят Терпит поражение, правильно. поражение. Да, вот это был бы правильный перевод. Но по-русски мы сидим, это проиграть. Окей, как сейчас на Олимпиаде. Кто-то Минацея, а кто-то Мавсид. Окей, от этого же слово эфсе. Ты все это проигрываешь. А какое существительное от слова Минацхим? Победа будет как на иврите? Победа, ну, нецех победа. Нет, Не нецех. Нецах – это вечность. О, Боже мой. Ницахон. Ницахон – это победа. Ницахон, ницахон, Да, ты правильно выпустите. сказала, это, наверное, наверняка связано по смыслу со словом Нецах. Окей, идем дальше. Так, ладно. Так. Ну, хорошо, это мы перевели. Но они 60 раз хлопали, поэтому, в общем, достаточно часто будет у нас. Дальше. Так, хаварей, Хавирай. Когда они два юда, на это всегда ну, кончается хорошо, ай, хаварей. потому что это множественное число. Хавирай. А, они бати, Бати, кине, да. Батиэна. где лефтех Лах, лахем, да. машеу. Так, Машу. Машу, Маша, да. я, товарищи, друзья, товарищи, Ну, я дорогие товарищи, да. пришел сюда, чтобы, ну, как пообещать вам нечто. Да, обещать вам нечто, не обещать вам что-то, да, дальше. Опять хлопают. Да, Так, дальше. Что он обещает? анахну на нацех, мы победим. Мы победим дальше. Это то, что он сказал. Нахну на цех. We will win. Дальше. Опять встает. Но это важно, поэтому встает, не знаю. Кто-то встал, кто-то нет. Ну, А, это был, демократы, по-моему, на... нет, демократы не встают, демократы не встают. Дальше, Гвератай. Гверотай, Гверобатай. Да. Ну, когда, дамы и господа. Да, и ну, интересно, что, господа, нету Гвератай от слова Женщины, господа. Гвер. Да, а работай, как бы, ну, это не мужчины. Это больше отрава, правильно? Но, тем не менее, действительно, уважительно говорят так, Гвератай, выработай. Да, но это не мужчины и женщины, а как ты правильно сказала, Леди и дамы и джентльмены. господа, да, дамы и господа, хотя это от слова рав, все-таки, да, от слова равин, я думаю. Ну, дальше. Все садятся. А, вот, леди и джентльмен, дальше. Джентльмены. Да, Хорошо, ладно. дальше, дальше некоторая Так. история. Так, что-то такое там было бы. Не могу. Что-то плохо Нет, очень видно, не Бешив могу. А, Беш, да, но я бы пониже опустил, но не могу сделать. Он впечатан в текст. Бешив А, седьмого. А, Бышев, а, БДК, БДК, ну, в общем, декабрь, короче, как я Нет, понимаю. да, Бешива бы Децембер, 7 декабря. 41-го года, Правильно, седьмой. дальше. Да. Сейчас, секунду, появится. Да. Укмо, дальше. Экмо, а, так, тарихим, Тарихим, да. тарихим, или Да. Бешива, Ашива, Бе-Октобр, 23-й год, Да. а, Хая, Тарих, Таарих, А, ну это Таарих, точно руками печатал, потому что здесь Тарих, айн Хашив, лишний. Это точно руками печатал. А я-то орех. Тарих, Хашув, Б. Талдатейн. Тулдатей. Ну хорошо. И Ну что да, ж только вот такое? мы не знаем, может быть, те, которые больше знают Слушайте, американскую историю, что седьмого такое
7 декабря 1941 года, можете погуглить. Я, честно говоря, не очень знаю, что такое 7 декабря 1941 года. Что произошло? А, может быть, это вступление? Ну, Нет, что, может, Америка в 43-м какой-нибудь году. Перл Харбор какой-нибудь там. Я так тебе прям Может быть, 100% не может скажу. быть, может быть. Ну хорошо, мы перевели это, да? Перевели? Так. Так. Мы это Да, перевели? правильно, падение японцев на Перл-Харбор, Да, правильно да, да, сказал. да, да. Ну, как бы, Точно. американ, да. И как это переводится? Мы перевели? Так, как было, значит, вот 7 декабря 41 года, как и так же, как было 7 октября 23 года, Тариха. Что такое Тарих? Тарих Такое, это дата, дата. да, то есть, господи, это важные даты в наших, ну, в нашем Нашей поколении, истории, на визу в вообще, в нашей нашей истории, истории. Но он говорит, так же, как для вас важно 7 да. декабря 41 года, точно так же для нас 7 октября 2023 это была важная дата в нашей истории. Дальше. Сейчас скажут, это был отличный день. Да, зая. Загая хак. Так, Нухат. Симхат Тора. Симхат Тора, Господи. Да. Хак Симхат Тора. Велфей Исраилим. Да. Что же они там делали? Хагагн. Хагеглу праздновали. Хагагн. Конечно, что они там делали? Фестиваль. Фестиваль. Да. Фестиваль и музыка. Да, на Так, иврите значит, это почему-то было... фестиваль называется пестиваль, то есть П читает, Ф читается как Ну, П, хорошо. фестиваль. Значит так, в этот был праздник Симхат Тура, и тысячи израильтян праздновали музыкальный фестиваль. Что-то Ну да, такое. это он тоже специально так говорит, что, в общем, это как бы традиционно должно быть в синагоге. Но он говорит, что как бы, по-моему, по тексту такой, что у нас политическое государство. И поэтому тысячи израильтян праздновали по-своему, а именно на фестивале музыки, где произошло жуткое побоище. Дальше. Это я от себя добавил. Дальше. Так, я. Так, это И нет, правда это мы пока. перевели. Сейчас, секунду, появится. Да, Лефета. Лепета. Лефета. Ну, фета, пэта, хорошо. Лефета. Бешиша получается. Бешеш Вейсрим. Бешеш Вейсрим. Бешиш Вейсрим. Бебокер. Да. Кше Еладим от Ешану. Бешекет. Ишану. Бешекет. Пали. Бешекет. Бекибуцим. Лацат, Рацаот, Рацуат Рацаот Газа. Ну, по-русски это сектор Газа, на Газа. иврите Непонятно. это Значит, полоса Газа. внезапно. 6 часов утра получается, да, Да, в утром. 6:20, Шесть, 6:20. Срим. 6:20 утра, когда детишки еще мирно спали, Ну, еще да. смирно спали в кибуцах Лацат со стороны сектора Газа. Ну, лица в смысле граничащих, я думаю. Ну, на Граничных. приграничных кибуцах Да. получается. Да. Рядом с сектором Газа. Да, дальше. Так. Гана Так. Эден. Ганаэден. Да. Афах. Афа. Лег. Это трудно произнести, но тем не Ли. менее. Ги-ги-гином. Гин. Ги-и-дом. Гин. Ги-и-дом. Надо раз здесь повторить, тогда будет и проще. Ги-и-дом. Ну, геном, хорошо. Да. Бен Арега. Да, Так, Бенрега. как Ганеден превратился в геном. Да, в одну секунду. В одну секунду или в одно Замедление, мгновение. мгновение. Бенрега. Мгновение. Дальше читаем. Она слушает на самом деле всю фразу, а потом быстро Маклида быстро печатает. Поэтому не появляется сразу же. Дальше. Слушает. Слушает Алфей. Да, слушает Эльфейд. Алфей. Так. Подожди-ка, кто там? Это М? Мехаблей Хамас. Это смеху. Мехаблей Хамас. Вот как Да. раз. Парцу Ла Да. Исраэль. Да. А вы Тевху. Но это Тевху, жуткое слово. Тавхут. Тевах это как бы бойня. зарезали. Ну, зарезали, как бы, да, получается. Ну, Б. Анаш. Б. Анашим. тавху, сюда тавху Б, Беншим. то есть, ну да, Беншим людей.
Так, Шлоша Талфей, 300, получается, сколько? Слушай, Тафай 300, Михайлович, 3,3000... 3000, 3000 махабели, ну как, Корабле членов там, Хамас. убийц там, убийц, не И знаю, нет, сколько там, террористов Хамаса просто. ну, террористов, ну, как это называется, прорвались в Израиль, ну, в Да. общем, устроили резню, Да. Миколь Арцот, Ну, кол, Николь Арцот имеется в виду ну, всех национальностей. Какая? Да. со всех стран, изо всех стран. Да. Коды. Колель, это что у нас будет, 30, Включая. Колель, 39, Эзрахей, Арцот Абри, включая Правильно. 39 граждан Соединенных Штатов. Правильно. Сейчас, секунду. Она слушает всю фразу, а потом быстро печатает. Мипхина. Мухина, профу, профу, что они там Про, делают? по буквам, пропорциональный. Пропорционалит, пропорционалит, бояхас, лохлусия, так, лохлусия от населения, Да, по-моему. Мипхина пропорциональный бы яхослу хлусия шилану. Ну, Мадубар, Байомаха, так бы 11 и 9 чего-то Она, там, наверное, другие имеет в виду, наверное, процентов. Просто она не написала его слово процентов. пропорциональных в процентах Да. Мипхина взаимоотношений. пропорциональный. С точки зрения пропорционального Пропорциональный, соотношения ну, к населению. населению, К да, речь населению это идет было о 11,9, я думаю, 11,9%, процентов. Да. наверное, Один в день. один день. Да, А дальше. процент имеется что, получило убитых или чего, на чем речь Конечно, идет? да. Да. Я думаю, что да. Ну, смотри, она, я сначала думал, что это автоматический перевод. Она, либо он, на самом деле, чувствуется, что он слушает, или она слушает всю фразу, как он говорит, потом быстро набирает. Но я думаю, что не успел набрать слово про значок процент. Дальше. Сейчас, секунду. Дальше всякие ужасы, но будем переводить. Амифлацот. Так, а мы фасот Айле, Да, это. Рацху, Да. Нашим, В, Арфу, Арфу. Рошей. Страшные вещи. Люблю эти Хорошо, прозвища. говорим. Рошей говорим. Так. В, Арфу. Сжигали. Сарфу, сжигали. Тинакот, Хаим, Да. господи, что-то я не вижу вот это слово. Вы аргу и убивали. Варгу, Горим, Да. Лаиней, Веладеем. ЛДМ, да. Эти Флацот, чудовища, чудовище. эти Эти чудовища, чудовища. ну, Рацхим убивали людей, Вали женщин, но тут нашим как бы женщин. женщин, именно женщин, ну, в общем. Так, и как это получается, Арфу. Отрубали головы, отфуроши. Убивали голову, господи, понятно, да. Говорю, Мужчина. мужчинам, вы сжигали детей живыми, ой, Да, мамочки. правильно. Ну, что-то они там еще делали. Убивали родителей на глазах у детей. Правильно, едем дальше. Так, вы Владим, вы детей на глазах у родителей. Мы Правильно, говорим. правильно. М. Гэм, так, гэм, гарэру. Ну да, ГРУ это тащить. Ну, как, ну, утащили, да. Да. Мы отаем Да. хамишим иш хаим Да. ванатим Да. альтох мы амакей аза. Мамаке, да, глубину. Также они утаю, как бы утащили с собой Тащили, 200, да. примерно 250 человек живых и, в общем, ну, куда-то И там в мертвых, центр. живых и мертвых. Трупы тоже Наш, вывозили. мы тим, их в центр Ну, не все. Эль Тох Мамаке, вглубь Газы. глубину Вглубь вглубь Газы, да, газа. сколько? Хорошо? Дальше. Сейчас, секунду.
Израиль. Исраэль, Квар, Аш, Аше, Пель, Хари. пель, пель. Так, подожди. Ира. Так, не вижу. Шихрера. Шехрера. Вот. Да. Мааль. Мааль. Меаль, сверх. Мааль. Меаль. Мааль Хамишим, получается, Швуим. Куем, правильно. Израиль уже освободил ну, более 50 пленников. Правильно. Дальше. Так, Колель, Это уже включай. прямо перед его поездкой. Колель. Колель, Шива, Ле Ахрона, Правильно. И включай семерых, вот Да, включая последних, тех последних семерых, не которые в последние, ну вот недавно. знаю. Когда это, не знаю, когда это было. Ну, Лехарона, это в смысле в Я имею в виду, когда последнюю это, очередь, скажем так. Ну, по-русски, наверное, к недавно. чему относилось это вот это самое, к чему относилось, когда это было, вот это выступление, надо посмотреть. Ну, это было прямо перед его поездкой, я думаю. Так, дальше, да? Да. Сейчас. Сейчас. Да, дальше. Эхат. Эхад, мы там Мы о там. швы, мы о там Тоже. швы. Опять Один, ошибка. мы о там, мы о Ну, там. ошибка, потому что должен та стоять, Один, одна, потому что идет про женщину, про девушку. одна из этих вот сотни пленников. Нет, тут не мео там, из этих. Мы о там Не из меота, этих пленников. мео там, из этих пленных. Так. Одна из этих пленных. На Ноа, ее зовут Ноа. Ноа, Ноа, Да. так, Аргамани. Но Аргамани, Арганани, которой мама, соответственно, Аргамани. мама у нее родилась в Китае. Китайка, да. К сожалению, она через какое-то время умерла от рака. То есть дождалась, слава богу, когда но ее освободили, но встретилась с ней и через короткое время все-таки умерла от рака. И Кан. Пекан, Да. Бехедер, Разы, Азе, да. Бехедер, Азе, Йошевет, Да, я Йошевет, тебе правильно. Лецад, Шара, Сара, Ишти, Сара, Сара. Сара, Сара Иштин, вы Сару тоже туда вошли. жены его, а Моей его жены. жены и моей жены Сара. Так, одна из этих, значит, пленников. Вот Да. эта девушка-то, но Ну, она здесь, Аргамани. она здесь в комнате, В в этой этой комнате, ну, комнате как бы в этом сидит помещении, в этом. рядом с моей женой Сарой. 100% правильно. Сейчас будут аплодисменты. Так, а где эта девушка? А Не это ее, показала, не да, показала. вот эта девушка, А это вот это ее отец. белым Да, костюмчике она такой. видно, что у нее, почему Ну, такая китайская. раскосенькая, да, А вот раскосенькая. это вот, кстати, я хочу сказать для тех, кто не знает. Я, к сожалению, забыл имя. Трагическая, что это мать подростка, молодого парня, которые по-видимому, все это загадка, но они сумели как-то выбраться из здания, где они были заложником, побежали на встречу солдатам. Солдаты были в таком пылу боя, они посчитали, что это провокация, они их убили. Они погибли. Вот один из этих рыжий, я помню только, что он рыжий, он погибший. И вот Биби тоже ее взял, а вот это вот Ноа Аргамани, это, как известно, Сара, вот, а это ее отец. Окей, дальше едем. Дальше. Так, Бабокер, Шель, Шева, Брактобер, Аулам, Куло, Раа. Да, Так, и правильно. утром 7 октября мир, весь мир Раа Весь мир увидел. видел. Да, что дальше, мы это в следующей фразе. Кейцат. Кейцат, Ги, Да. Нахтефа. Нехтепа была схвачена. Как когда она была
Лагаза-лаза. Так, у Очень вас важно, хватит. известный был Сертон, видео, в котором эти Азатим, они на мотоцикле везут ее, и на ее глазах уводят в плен ну, ее как бы бойфренда, который до сих пор находится, его судьба неизвестна. Но это было такое виральное видео, которое прошло по всему миру. От слова «нефтефа», ну, то есть не от слова «нефтефа», но это слово А, похищен, «вступил». Да, захвачено, отсюда понятно. как бы, отсюда захвачено, да. Лахтов это захватывает, хатув захвачен, правильно? Она была захвачена в Газе, Да, было Так. видно, вот как она была захвачена в газ. Дальше. Дальше, Беофноа. Белфно. Ну, на Так. мотоцикле, правильно? То есть была захвачена, увезена на мотоцикле. Офно на мотоцикле. Да. Хорошо. Так. Сейчас дальше. Дальше. Так. Они. Ми, погашьте. Это оно. Оно. Има. Има – это ее Ума, с ее мама. мамой. Просто я почему-то, я Ее буквами что-то мама, да. видно. Ле. Ле. Леора. Ну, у нее такое, ее так звали. И Леора. Леора. Да. Леора. Лифней. Да. Кама Худашим Да. Вайги ВСС это дословно организировалось. Была при смерти, перевод по-русски, такой перевод. ВСС, да, не про нас ВСС, человек, который, в я общем, понимаю. находится в Высовла этом сам. Савла Да? Масра Не Масрак сортан, а трака. Они Значит, покажут Дима. я встречался с ее мамой Леорой. Я встретился с ее мамой, да, Леора. Или несколько месяцев Да. назад перед Да. этим. И она, ну, она вот была при смерти, Она я была при поняла. смерти, да. И страдала от рака. Да. Да, правильно. Ямра. И Амра, Ли, Квод Рош, Мамшала. Квод Рош, Амамшала, Ешли, Да. Маша, Мишала. Мишала это Маша, просьба немножко это более высокая, да? А слово лишоль спрашивает. охрана. Она сказала мне, как Ну, господин глава правительства, что как ты, главе уважаемый правительства, глава правительства. то есть у меня просьба, одна просьба, последняя, Да, моя у меня есть одна последняя просьба, последняя да. просьба. Да. Wish. Так, они родцы. Они родца, но это женщина, да, они родца. Лохавек. Лехабек, обнять. Лохавек. Ну, обнять от бати. Отбить, да. Бати Ноа. Да. Мамы хат. Ахруна лифней ше амут. Правильно. Я хочу обнять свою дочку Ноа, вот это Ноа, последний раз перед смертью. Правильно. Да. Так, лифней Кончаем, худаша как раглаем, парное число. два на два перед 2 месяца назад Да. они рашти Эршете. Эршете рши это дал Ишур. Дал Ишур. Я, ну как это была сказать? возможность. Блин. Я дал разрешение. Погнали, одно Я дал разрешил, погнали. разрешение. Мефца. Певца. Певца операции. Хилуц. Так. Мадим. Ну вот надо Мадим перенести сюда. Потрясающую операцию по спасению. Мефца, Хилуц, Мефца. Мадим. Хилуц. Мефца, Хилуц это смеху. Правильно? Хилуц. Мадим Да. стоит в конце, но по-русски Мадим должен стоять между Мадим. ними. То есть потрясающая операция по освобождению. Хорошо, идем дальше. Мадим от слова потрясающий. Да? Окей? Да, ше бы ма ше. Ше бы магалахо. В процессе Магалахо которой. Магалахо Эхад Эхад
А мы в Кедим. Амефак-Дим, один из командиров. Так что он сделал. Нет, Амнон, это имя. Амнон. Змура. Змура, Амнон, Змура. Погиб Амнон, Змура. Потрясающий Во совершенно время человек. оказания операции погиб один из командиров. Да, пал, Так, дословно пал, да. Один из командиров Амнон, Змура. Хорошо, дальше. Венуа. Венуа, хульца, яхот им от шлуша швуим. Правильно. Оно, ну, была освобождена Надалы халец это освобождает. вместе Халица, с знаете, из другой шейной области. Халица это вот, ну, правило, когда человек не хочет брать, освобождение женщины. да-да-да, жену своего умершего брата. Халица называется. Это все по поводу как бы освобождать, снимать. Там это Была надо, освобождена ботинки. с еще с тремя пленниками. Да, кстати, слово хульца, хульца пишется точно так же. Что такое хульца? Хульца это что-то типа рубашка, гуфия. Вот называется. Хульца это рубашка на иврите. Окей, тоже, потому что ее как бы на холцин ее снимают, одевают. Ну, хорошо, это так. Дальше. Ноа. Так, Зе Давар, Да. Мерагеш. Маргиш, Маргаш, Маргаш, Мерагеш, Меот, Кшеги, что там было, какое-то слово пошло, Пакша, пакша. Пакша, Шух, это Има. Ну да, это вот не написано, потому что здесь он говорит немножко как бы коряво, но так люди говорят, как он сказал. Ноа, задавар мы рагеш мы от, ши пакша шуф эт има. Что Ну, Ноа? давай какие-то чувства, давай мы Она рогаешь говорит, что твоего. это Это очень волнительная сильное, вещь, как бы. сильное чувство, Да. когда она встретилась вновь со своей мамой. Правильно. Да. Кше, Ухше. кше, Да, ну тут много всего в как одном она, слове. кше, машальта, Ухше миш алта. И Мишалта когда Ахруна, ее просьба, в смысле матери, когда ее последняя просьба, Иткайма, да, Зехая, Рега, Маргеш, мерагеш, Мерагеш. мерагеш, да. Так, когда ее последняя просьба была, ну, как бы Осуществил, осуществилась, да. я Рега Маргеш был момент, такой чувствительный Был момент. очень чувствительный эмоциональный момент, что-то вот, типа как-то так, да, дальше. Но Ну, анахну, Мадим, Модим, ну, как бы благодарим. Мадим. Она благодарила нас, Не, наоборот, мы как бы мы ее так благодарили, не мы ее очень благодарили. понятно по-русски, но анахну Модим. Кто кого благодарил, Не, непонятно. он благодарит Ноа. Ну, как бы символически. Ну, а нахну мудим альках шаат и тану. Туда. Итану, что она сейчас с нами? Что ты с нами, да. Ты с нами, спасибо. Ну, да, как бы. Он, по идее, она должна благодарить. Но он как бы сказал так. Они к ней все поворачиваются. Да, вот, соответственно, но. Сейчас он перечисляет остальных, которые приехали вместе с ним. Работ. Работа мы ж поход Да. Хатуфим. А Хатуфим, Хатуфим, да. Вот где у нас было Нихтефа, здесь Хатуфим. Хатуфим захваченных, кстати, Да. много и многие из семей захваченных Ну да, то есть из их семей есть те, которые захвачены. захваченным Цаот, И там. Итану, Икан, Коэль, Да. Илья, Илья, это имя Ильягу. Или я кстати, сумму не помню. Или это либо дядя, либо отец. По-моему, дядя.
И тут два рыжих младенца, которых вместе с А, мамой. вот женщина с двумя с рыженькими Рыжими, мальчиками. да, рыжим. Вот это вот Илья Убибас, это, по-моему, их он брат мужа. Подожди-ка, а они как, их освободили? Нет, конечно. Нет. Ну, не Господи. конечно, а в смысле нет, не освободили, не нашли. Но их дядя, он находится здесь. По-моему, сейчас я, к сожалению, я, по-моему, не отец. Но мы сейчас узнаем. Не помню, забыл. Он сейчас объяснит, наверное. А, нет, это их дед. Я только не знаю, где. Скорее Сабо. всего, Ну, шея там. это отец отца. Это отец отца, их дедушка. Сабо? Отец Шелю Тем и Вадим, Ну, не дедушка, отец, дедушка. дедушка этих детей. Да. Адумейсар, ну, рыженьких, рыжих. Адумейсар на иврите это с красными волосами. А, ну, рыжеволос, Называется. да, красноволос получается. Ну да. Как и Леавдель там про Исава, Адмуни говорится, там ну прибавляется, но идея тоже это рыжие волосы. Хамудим. Ну вот он продолжает вот этих двух рыженьких Хамудим, в смысле симпатичных, приятных. Симпатичных, Да. Ну опять, например, Нефтефу. Тэфу, Ванилкеху, это все не фаль. Ванилкеху. Нефтефу, Ванилкеху. Ага. Ванилкеху. Куда? Ванилкеху. Але швияхат. Лешеве, Лешеве. Швияхат. Имам. Ну, скажем. Имам, они же Еладим, поэтому имам. Здесь мы басов. Ну, вот этих Симпатичные хамудим, симпатяги, девушки, симпатичные. которые захвачены Ну да, и Нихтефу, Винилкеху. Почему есть такие удерживаются. различия? Потому что, ну, как бы по-смысловому, Нихтефу – это вырвать. Они были вырваны из своего дома, из своей кровати. Кроватик, да? А Нилкеху были взяты. Для того, чтобы взять, в смысле перенесены, были увезены в Газу. Но их надо было вырвать. Поэтому здесь как бы два слова, которые, ну, не синонимы, а как бы объясняют про стадии этого жуткого процесса. Нихтефу вы нилкеху. Окей, лышеви, яхат им имам. Что такое Они яхат были им имам? взяты в плен вместе с мамой. Вместе с их матерью, правильно, окей. Сейчас будет. Да, Убно. Бношель Но и Ильяу это их дедушка, правильно? А его сын, значит, сын соответственно, их отец. Пелегу, Коля Мишпаха, Шней Еладим, Адумейсар, снова рыжих, да? волосах и Я сейчас не Фейфи, я Фейфием. Ну, то есть, как бы, Яфе это красивый, правильно? Но когда повторяется всегда, то это некоторая увеличительная степень. То есть замечательно как-то, как угодно. Я фифиим. То есть, ну, замечательно, красиво, как угодно. А гэм-гэм это слово они, правильно? Дальше ше. Шенишву, Шенишву, аль Нишпуха. Которые Нишву, были пленены. аль-Едей, Мафлацот. Мифлацот, которые были пленены, то есть взяты в Чудовище. плен. Ну, не руками, а этими чудовищами. Дальше. Монстр. Дальше. Сейчас появится. Да, вот это вот Ирис. Вот это Ирис, про которую я рассказал, что ее сын трагически погиб. Вы Ирис. Вырез Хаим. Ирис Хаим. Это ее фамилия Хаим. Ирис Хаим, да, Нимцет. Немцат. Кан. Шевана. Шебна, ее сын. Шебна. Барах. Правильно. Магбура. Мигвура. Ну, я Магбура. думаю, ошиблась или он. Не Мигвура, а Бегвура. То есть он спасся бегством, мужественно спасся бегством. Бараха Не мэм, Магбура, бету должен, Бегвура. Мишви, Мишеви. Мишеви Хамас, Это смехут. Мишеви Хамас. Яхат им от Шней Швуим. Правильно. А вот, значит, это вот Ирис Хаим Да. находится здесь,
чей сын Правильно. убежал мужественно, Мужественно, убежал да. из плена, Хамаса вместе с двумя пленниками, еще двумя другими. Правильно, правильно, все правильно. Велицарейно. Лацарейну, М. М. Так, что ли? Негергу. На горгу. И к Да, к нашему нашим, да, сожалению, это, кстати, Маск сидит, Ленина они были Илон убиты. Маск сидит. Да? Велицарейно, эм негергу. Но, к сожалению, они убиты. К сожалению, они погибли, они были убиты, да. Ешла. Ешлану гам Мишпахот, мишпахот. Мешпоход Хатуфим Америкаим. Америкаем, да. А есть у нас семьи, захваченные семьи, как это Да, Мишпахот Сатуфим американские американское гражданство, американское гражданство. члены, да, Да. захватчик семьи, американские семьи. Дальше. Акеев. Так, Акеев. Акев, Акеев. Шел. Слегка Так. Акеев. Ну хорошо, Киев, так Ольга. Киев. Пей. Акев, Да. Шеотем, Отан, Шеотан. Шеотан, Машпоход, Мишпоход. Мишпаха, Машпоход, единственная Мишпоход. Эргишу, ну хорошо, Да. Эргишу, Агу, Бали, Да. Бали, Итуэр, а, Итуэр. Етуар. Ну, как Етуар. это, ну, Не боль, как бы, боль, изображаем. Не передаваем. который испытывают эти семьи, как чувствуют эти семьи, просто невозможно описать. Ну да, баль это но, правильно? Ну, неописуемый, не, ну, неописуемый, может быть, даже Это по-русски не слово. но, это не как бы это отрицание, Да, это же. баль, это иногда используется такая форма. Ну, по-моему, это форма тонахическая, но в иврите это тоже используется, особенно в таких более высоких предложениях. Да? Бальетуар это, ну, то, что называется по-русски неописуемый, неизображаемый, неописуемый, как угодно. Окей. Okay. Не в гаште. Не в гаште, и тен, И там. и там, это моль, Правильно. это моль, в эфтехти, Не, не, и так, это эфтехти, лаен, мы живу, Машу. не в гаште, как это, встречался, Я да, с я ними. Нун, встречался потому с что это ними, женское, правильно? С Мишпаху. а, это мой, Да. вчера, я обещал им нечто. Я им нечто пообещал. Что я пообещал? Ло Эшкот Лоишкот. Адашер Яшуву Да. Огавейгем Огавейгем Агувейгем. Огавейгем Агувейгем. Огавейгем Абайта Олам Абайта. не Правильно. успокоит до тех пор, пока Ашер Ашер Яшу, пока верну и ну Пока верну не вернутся их вернутся их любимые, любимые пока их домой, любимые не вернутся, домой не вернутся те домой, короче. ну да, пока не вернутся домой все их любимые. Но вот по-русски это был бы такой правильный порядок слов. Да. А был да, был да, ну был да. Беодено, да. Ну, мы добрим, Да. анахну, мы что-то, как это Миштатфим, сказать, правильно. татфим, абе мамацим, Правильно. квирим, Кабирим, огромный. квирим, кдей лешахрер утем, Правильно.
еще к тому же и Ну, как-то ПОД, но мы добавим, вот сейчас, когда мы говорим, еще. прямо в это время. В это время я мы Маштадфим, так, это я слово не знаю. По-моему, это слово БОД, это Магилат Эстер, когда один выходит, а другой приходит. БОД, но БОД, это означает в то время, когда мы говорим. Вот это такой длинный Время, русский пока мы период. говорим, мы Мечтатим Маштадфим баамацим, это значит, делаем час огромные точнее. усилия. Ну, в данном случае мечтатим – это участвуем, но просто так не перевести, участвуем в усилиях. Я думаю, что это было бы лучше сказать по-русски «осим маамацин кабирин». Мы делаем огромные усилия. Для чего? Для Усилия, чтобы Лешахра освободить их. чтобы их освободить, правильно. Векули. Выкули, так, битахон, Да. несуйонот, Нисайон. несайон, Нисайон это... попытки, Да. и попытки, Эти. аэли, элу, элу, Иалу элу, перо дадут элу, результат. Ну, в элу, смысле, дадут плоды, дословно. да, выхалкам, халкам, Да. халкам, Хелкам, да. Нейрахим, Нейрахим, да. Барагаим или Мамаш. Мамаш, да. Как? Бекули, я весь. Ну, да, А по-русски я весь, ну, как бы, в я таком весь гарантирую. То есть, уверенности, весь в Бекули уверенности, Битахон. То есть, я наполнен уверенностью. Что это как уверенностью, типа этого, да? жизнь несет наши эти попытки, Да. Ялу принесут пирот. плоды. Ну, как бы, увенчается успехом, так, наверное, по-русски. Вехелкам нерахим берегаим эле мамаш. Так, и халаким чает, как Не, это? и частично, то есть вот эти вот миссионот, эти попытки, частично они на иерархии, в смысле, ну, проходят, осуществляются, берегаим или мамаш. Уже сейчас, Нет, уже как прямо в это? эти минуты, то есть Прямо, прямо в ага. эти минуты, прямо в эти минуты. Пока мы говорим, вот эти мы делаем попытки прямо сейчас. Они руце. Они родцы, левотот, Да. так, ленаси, ленаси Байден, Правильно. альма, маамин, ла, Маамацав. То есть мамацав, Маамат Шило это Маамацав. мамацав, Да. так, абильти, Абельтинил им. абильтини им, летавот, Летуват, да, хатуфим, летуват, хатуфим, да. а мы ж поход желаем. Молодец. Дальше. Они руцы дадут на Я Си Байден. А я хочу благодарю благодарить на Си Байдена. президента Байдена Да, за его Альма Амацав, Абельтинил им. его усилия. Ну, это Абельтинил им, это в смысле непрекращающийся. Известна фраза опять Леавдель, когда Рабин, покойный Рабин, когда он с Пересом тоже покойным, они были, несмотря на то, что по партии они были первый и второй, они все время с друг другом враждовали. Известная фраза, Рабин про него сказал, что он, черт, не Хатхана, Бельтинеле, то есть он бесконечный интриган. Вот там тоже было слово Бельтинеле. И вот здесь вот, но Бельтинель им, это человек, который не оставляет, да? Вот здесь вот Байден не оставляет попытки Летоват Хатуфим. Хатран, слегка, Хатран там был. Хатран Бельтинеле. Летоват Что-то такое сделать или за эти вот попытки, ну, за кого или ради кого? Ради кого? Хатуфим ради это что? пленников и их семей. Их семей, правильно. Дальше они муде. Я там уже сказала, они модели, модели. И это А, другое они, теперь. ага, они модели на Си Байден. Аля. Тмиха. Правильно. Тмиха. Абильти. Носи. Месуегет. Амасуегет. Да. Байсрай. Правильно. Благодарю также за, что за слово такое, Тмиха. Байдена.
за его поддержку Тмиха. поддержку. Это же какая-то поддержка Бельтими Суе. Что такое Саек? Опять же, ну как бы это иврит, поэтому это все время все переплетается. Написано Саек ле Тора. Что такое Саек ле Тора? Ограда вокруг Торы. То есть вот эти законы Мидрабанан, это вот это как раз Саек. Это вот эта вот ограда вокруг Торы. Для чего? Для того, чтобы не прорвались и не нарушили заповеди Мидарайта. Но это как бы перешло в разговорный язык. Мисуегет, мисуегет. Тоже от слова саек, от слова сук, в смысле тмиха бельти мисуегет, это его поддержка, ну как бы ничем не ограничена, его неограниченная поддержка. Ну, надо как-то получше придумать по-русски, но как бы идея такая. Поддержка, опять, тмиха всегда Б. Тмиха Б. Поэтому Б Израиль. Его поддержка, по-русски это говорится, его поддержка Израилю, правильно? Окей? Не за Израиль, а просто Израиль. Идем дальше. Да, Меас продолжает фразу. Миткефет. Миткефет. Ашева. Это все смехут. Вот это, обрати внимание, смехут. Нормальное слово миткафа – это нападение. Но поскольку оно идет дальше с шива, то добавляется тав, правильно? И получается миткефет ашива бе октобер. Называется миткефет ашифа. Вот это вот смехут. Его первое слово миткафа, вторая шива. Но при этом стоит рей. Почему? Потому что это не просто какое-то нападение, это то самое нападение. Называется Миткефет Ашива. Окей? Дальше. Миткев это шифа бактуба Да? вгу кина кинает Да? хамас роэ Да. Ро, ро ро. ротор Зло, зло, ро. а зло какой-то такой то Таор, чистое зло чистое зло. Ну, как бы чистое опять, зло. по-русски это не очень звучит. Ну, чистое зло, давай, давай оставим. Кина это означает, что он назвал. Кину это прозвище, правильно? А, прозвище кино, Ну, все понятно. назвал тоже по-русски это не очень хорошо. Ну, надо что-то только получше было придумать. Окей. Начиная с нападения 7 октября, он Да? назвал Хамас чистым, ну, злом в чистом виде, скажем. Да, ну, прозвал тоже по-русски не очень хорошо. Надо хоть более придумать, более, да. Назвал, значит, назвал, да. Сейчас, секунду, поверьте. Ушалах. Мушалахштей, Машхет, машхетот. Тоже Машхатот. я никогда не понимал, почему от слова машхета авианосцы, а эти самые, да, Машхатот. авианосцы называются машхетот. Почему от слова шахар застрели меня, я не знаю. Вертя, Машхетот. вертя, Лартия. мипней, вертя, мипней. Так. Итрахавуд. От слова рахав. Итрахавут. Расширение. Итрахавуд. Пэма. Мальха, Милхама, мальха. да. Он послал два Послал авианосца. два носа, чтобы для чего-то там. Ну, Лартия, это для того, чтобы кого-то, грубо говоря, сделать так, чтобы у него не было желания. Как это перевести по-русски одним словом, я не знаю. Да, вот Лаарти это значит, одно из центральных слов, которое повторялось после 7 октября, это о провале концепция, в которой главное слово было Хамас Мурта. Тоже отсюда же Мурта, в смысле, что он был, ну, не побежден, а в смысле, что он был демотивирован, деморализирован, что у него отсутствует желание, это называется Мурта. Но вот здесь, вот, соответственно, стоит не в Нефале, а стоит в Ифиле. Леартия делает кого-то, чтобы у него не было желания. Правильно? Окей. Идем дальше. Итрахавута Милхама. Расширение войны. Войны. Ну или там, не знаю, арены действий, как-то по-русски. Окей, дальше. Сейчас будет перевод, сейчас будет написано. Да. Ума Амацав. Мама отца вылам ло Ишхаху. Ишаху, да. Так, и его усилия Да. никогда не что-то там не Никогда не будут забыты. забыто, не будет забыто, Ох, вот так. забыт. А есть шкаху, да, тоже это пассив. Окей, дальше. Дальше опять Наси Байден. И Байден, Вани,
Макерим, Макерим, Зе, Шаним, Шаним. Эдзе, Шнаем, Шнаем Рав. Мы с ним встречались, знаем друг Ну, друга. не встречаем, мы с ним знакомы друг с другом многие годы. Знакомый, тонкий аж, Шаним Рабим, Да, Рабим. Шаним работа, да, мы с ним знакомы многие годы. Они ОЦ. Мира Селехо Аль Едидото Аруха. Арука, да, рука, Я рука, хочу да. поблагодарить его за, как это, Ну, Лидидото, за за его прежнюю долгую дружбу, дословно, но дружбу. надо как-то более правильно сказать по-русски, но дословно это за его долгую дружбу. Да, ВУ. Гутамит, Магдир, Правильно, Магдир, Махдир, правильно. Это от Ацма, СМО, да, от тебя. К, сейчас, К, Америка, Америкай. Америкай, Цивиль, Циони. Цюни, Цони, Га, Ге, 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 гордый. Так, Гутамит он Махдир это от СМО, всегда, ге, Америкай, Циони, ге. Как перевести? Магдир как-то Махдир определял. определял себя как гордого американца. Нет, как дословно так, как гордого сионистского американца. А, Надо Циюни, переставить гордо. А, слова. Надо Циюни, переставить слова. Он Циюни. же не еврей, поэтому говорит американца, правильно? Но вот это вот гордого опять надо перенести сюда. Тогда будет гордого американского сиониста. Окей? Ну, наверное, Байден так говорил. Штаны подтянул. Окей, дальше. Хавирай. Хаверей, лемших йотер, Лемешех, лемешех. лемших йотер, Ну, покажи это мне, просто. мятеш ахудашим, Митиш Ахудашим, правильно? мятеш ахудашим, господи, Да. мятеш ахудашим, хайли, Хаялей, цай, хаялей. хайли цахаль, Цаль. Евгену, Евгину. Евгену Гура. Так, Да. господа, товарищи, друзья. Кто говорит, да, товарищ, друзья. Ну, друзья, наверное, да. Лемешах Ютер Матиша Худашим. Так, в продолжении 9 На месяцев, протяжении более чем 9 девяти месяцев, месяцев да, солдаты стали Евгену, продемонстрировали. Евгену продемонстрировали, ну, как усилия, Ну, силу, мужество, мужество. продемонстрировали мужество. Дальше. Илаид. Ну, мужество какое? Илаид высочайшее. Илаид это высочайшее. Да, ну, от слова аль, аль это как бы высокий, и все. А Илаид, вот добавляется алов, и еще тут поскольку это прилагательное, то это высочайшее, да? Дальше. Вот это показывает, вот сидят, наверное, солдаты. У одного нету руки, у другого нету ноги и так дальше. Итану, Айом, он сейчас их будет перечислять. Итан вдвоем немца, Немца, да, немца, правильно. немца с, ну, это, видимо, имена, Сеген, наверное. Сеген, Сеген, по-моему, это капитан. Сегин, так, это я не знаю. Амихи, Амихай, Амихай. Амихай Рувен. Рувен, что такое Амихай? Это имя. Амихай, получается Амихай. Это имя, фамилия. Амихай, дальше. Хорошо. Сейчас с нами вот здесь вот находится, вот он показывает, там такие-то Да. Они ходят на... остались инвалидами, вернулись в строй. Ну, калеки плохое слово по-русски, так я понимаю, инвалидами. Вот сейчас он покажет, это вот рядом, да, вот у этого парня у него нету ноги. А вот у этого, вы видите, да, у него нету откуда-то руки, потому что здесь протез. Окей, дальше. Я думаю, что ты сейчас вот он про Эфиопа говорит. Авихай. Авихайгу Мавкет. Мефакет. Мефакет. Мавкет. Ну хорошо, Мавкет. Да. Да. Так. Бахативат. Эхетиват Санханин. И Авихаю кто? Он командир. Мефакет Командир это какой-то командир. бригады или какой-то отряд или бригады, Не, что-то такое. Бахатева, Хатева это дивизия, я думаю. Дивизии
Цанханим — это парашютисты. Вот у него красный берет, и здесь у него видно вот эту вот штуку, получает после того, как прыгали с парашютом. Окей. А он сам эфиоп. Ну, то есть, как бы выходец из Эфиопии. А это было сейчас. Мишпахто. Мишпахто. А, так. Игра иммигрировала. Игра. Ахна, Исраэль. Ну, это сложное А, слово. Мефиот, Правильно. Мефиопия. Вот. Его Я семья приехал. эмигрировала в Израиль из Эфиопии. Странно, что он сказал слово «игра». По-видимому, надо было сказать слово «альта». Правильно, а не «игра». Но она, видимо, сделала точный перевод, не очень понимаю. Потому что, ну, когда евреи приезжают, в общем, принято говорить про то, что они делают алию, а тот, кто делает агера, это, в общем, как бы не евреи. Ну, неважно, я думаю, что это тоже ошибка в переводе. Бешаот. Башаот, Аришанот, Шель, Ниткафа, Ум, Да. Шима, Нет, шама просто, шама, Шама, обычный. Бима, Шехамас, Шехамас. Махоэль. Ну да, мехолель от слова халь происходит. То есть он Первые числа, осуществляет, что он делает, что он творит, но вот как-то типа этого. Бешаута решено шермиткафа. Первые часы нападения он Да. услышал о том, что Хамас Ну, что создает. осуществляет Хамас, что творит Хамас, да? Окей. Улаваш. Лаваш это Мадав. Но Мадав — это мадав. свою форму. Надя, Один — это надел форму. форму. Он одел свою форму. В смысле, имеется в виду военную форму, да? Рурац. Гурац побежал. Ну, бросился скорее, да. Бросился, да, побежал. А? Ад. А, он бежал. Ну, и Фиопу, кроме всего прочего, они бегают потрясающе. Я не смеюсь, это так, конечно. Он герой, конечно. Ад хазит, митней шило. Хаял. Алло. Рехев, да. И вот он бежал до линии фронта. Это хорошо, я и несколько это где не было Потому у что у него него не было машины, транспортного средства. раки. Не знаешь, Да? раки, раки вот этот Рехев — поезд. это машина. Ну, иногда говорят «от», «от» — это не еврейское слово, но говорят «от» она. Еще говорят «рехев». Да? Рехев — от слова «лиркав». «Лиркав» — это на лошади скакать. Ну, соответственно, перечислили так, что рехев — это машина. Окей, дальше. Это секретарь, кстати, стоит. Это секретарь правительства. Я его узнал. Ну, что он не замкнул парень. Ну, он повторяет, Биби, что он говорит? Шаматы? Шаматам Да. Адзенахун. Мы слышим. Не, он говорит, атем, шаматы. Да, вы слышали это правильно. В смысле, вы это не... Меня своего не слышали. Да, вы не ослышались правильно, что он бежал. Шмуна, Майлин. Шмуна Майлим, а Ну да, по-моему, это 12 Майлим километров. Ахурат бежала 8 8 миль, километров. по-моему, это 12 километров. Ничего себе. Однако. Игия. Геат. Лакав. Игия адлы каваэш. Аэш. Агарак. Вегарак. Махавелим. Мехаблим. Махаблим Рабим. Ваициль. Навшот работ. Нефашот. Навшот работ. Да. Он... Добежал до Ну, линии линия, в огня, смысле, линии фронта, борт. да. Ну, правильно, линия огня, правильно. Гарак были многих и убил многих Убил многих террористов. террористов. Мистов достигли И нет, и спас. Леоцилит и спас. самый много То есть спас убил многих террористов и спас многих. много, ну, дословно душ, в смысле, как бы, людей. Навшот, знаете, Нефашот, да. Нефашот. Ну, давайте, может, еще одну фразу закончим. да, и хватит уже заканчивать. Да. Ну, вот это давай, Авихай. Авихай К нему обращает. Куану,
Плану Митпалим. Медпалим. Так. Магба. Сейчас такое. Подожди, слова не вижу. Гура. А, Твоя гура. У Магвараты, твоей гуры Магвараты, доступна. Ми а, гуратха. Магвараты, Ми Магвараты, гуратха. Но он же мужчина. Ми мужчина. гуратха. Мадхима, Мадхима. Правильно. Молодец. Ми гуратха. Мадима. Мы как-то все Медпалим, как это Митпалим, это называется. значит, мы все просто в ауте. Да, Восхищаемся восхищаемся, правильно. твоей необыкновенной мудростью. Твоим потрясающим уродством. Ну хорошо, давайте на это закончим. Значит, дальше вы как бы определитесь и скажете, если есть желание продолжать дальше, можно продолжать дальше. Если нет, потому что там довольно много, мы сегодня сделали где-то, ну, четверть, наверное, пятую часть. На какой минутке ты восстановили, что мне Мы так много остановились уже? на 12 минут, а всего 41. То есть, соответственно, ну, где-то четверть мы сделали. Ничего Ну, себе. если есть желание, будем продолжать. Народ скажет в чате. Если нет, то перейдем к чему-то другому. Окей? Сейчас Хорошо? все разбежались. Все Ну, разбежались. будем надеяться, что это не навсегда. Окей? Наших сегодня было. Ну, Да, сейчас где кончаю это самое? Ну, хорошо, я слушай, закрою тогда запись. запись закрывать, да, надо закрывать запись. Мышка. Что-то она не говорит ничего. Хорошо, а где это самое? Блин, остановить уже. А, так, наверное, все. Все, все. Окей, мы закончили это наше занятие. Ну, было интересно, мне кажется, хотя, в общем, это иврит такой, как бы, переводной все. Но, тем не менее, тот, кто его переводил, он писал, в общем, нормальным ивритом. Это не автоматический перевод, мы даже видели некоторые ошибки. Значит, народ-то решит, если захотят продолжать, хоть сколько-то еще, чтобы до половины дойти, будем продолжать. Если нет, значит, возьмем что-то другое.